настроение? Я вас не слышу, сзади, как настроение? Молодцы, здесь самый герой, как мы вас сказали, веломарши. Я с этим соглашусь, это значит, что вы самые сильные, самые крутые, самые отважные, кто способен в воскресенье с утра прийти сюда на велосипеде. Это о многом говорит. И сегодня именно Нефтекамск становится столицей велореспублики. Поаплодируем друг другу. Позвоним за ручки, давайте, это очень классно. Ой, а сейчас называется озеро Светлое.